чуть жестче играет на задней линии, а Каролин чуть надежнее. Хорошая подача. Вот сейчас вы видели, как внезапно. Вот эти переводы очень опасны. Вот дважды уже так. Опасный удар выполняет Вознецкий. И опять нашла интересный вариант. Вера избрала вот этот вариант. Ой, блестяще! Вот это да! Я хотела сказать... Здорово! Уже не было смысла бежать. Вот эта комбинация... которую начала Вознец. Нет, догнать этот мяч было невозможно. Место. И меньше. Ой, как здорово. Вера пошла на добивание. Стоит ли исполнение был этот удар? Здорово. И вот прошла подача на вылет. По 15. Ну, какой потрясающий был теннис. Обе показывали, ну, просто Вознецкий. Предельно. А по количеству чистых выигрышей они равны. 5-5. Но пока и счет. Все-таки в пользу Звонаревой. Свой гейм на свой... Ровно. Молодец. Вот молодец. Аут.
Да, какие красивые плассировки. Отличная распасовка. Как Вера, закручивание невынужденные, в некоторых случаях, как вы понимаете, вынужденные именно потому, что осуществляет особенно для тех, кто любит комбинационный. Сейчас такая. Играют. Как обе играют хорошо. Сейчас. Ну как, взвинтила скорость возня. Сейчас работает с Верой. Ой, мягко. Да, обидно. Попит. Да, помчалась за этим мячом, но мощный, сильный. Молодец, отлично. Все сделала, подготовила свой. Ух, умница какая. Ну как она сыграла здорово. Было такое ощущение, что Вознецкий все-таки решила перетащить инициативу в свои руки. Ну вот нам показывают сейчас, что. Как закричала Вознецкий раньше, чем мы поняли. Мягко. Ай-яй-яй, как здорово играли обе. Какие сумасшедшие мячи. Молодец. Какой был феноменальный розыгрыш. Ну, это какую-то концовочку мы сейчас с вами увидим. Но тут было абсолютно все. И сложнейшие подкрутки, и мощнейшие. Пятнадцать тридцать.
Да, по 30. Ну, не могу просто. Ну, все было в руках, ну, все было выиграно уже. Ну, комбинация. И сейчас уже меньше. Важный очень гейм выиграл Возняцкий. И очень... Ну, молодец. Вот сейчас добила. Сейчас добила. Даже этот мяч вытащил. Из одного угла в другой. Начнет ошибаться. Молодец. Вера проверяет. Ну, нам сейчас Хоккай все покажет. Зацепил мяч и еще мне не показалось по 30. Отлично, 40-30. Все-таки когда 40-0. Да, на 100% уверен, говорит, на 100. Отлично, 40-0. Опасно, когда выигрывает и когда проигрывает. Отлично, молодец. Вот это то, что надо. Чистую под... Молодец, прекрасно сейчас. Прекрасно сейчас. Ну что ж, столько было соображений по поводу того, что Вера имеет реальные шансы выиграть, но боялась их выпустить из своих уст, чтобы не сглазить. Потому что столько было очевидных вещей, которые бросались в глаза. То, что Возняцкий явно во втором...